В день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского торжественную литургию в одноименном городском храме, отмечающем престольный праздник, совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Рассказывает Елена Кавиева. День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского, учрежденный по благословению патриарха Кирилла, в России отмечается третий раз. Небесным покровителем храма этот святой выбран не случайно. Вся жизнь Кронштадтского батюшки, как его ласково называли в России, была самоотверженной пасторской заботой о ближних. А человеколюбие отца Иоанна Сергиева, так в миру называли святого, стало нарицательным. Конечно, этот праздник имеет особое определенное значение и для нашего города, как Иоанн Кронштадтский трижды был здесь, вот, оказывал очень огромную помощь, и он является покровителем не только нашего храма, но и нашего города. Праздничная литургия проходит в так называемом Малом храме. Основное здание еще не построено, но церковь Иоанна Кронштадтского, возведение которой началось еще в 1991 году, уже функционирует. На стенах пока нет ни росписи, ни внутренней отделки, но атмосфера царит возвышенная. Радуется сердце за благое дело такое. Чувствую себя здесь как в семье, большой и чистой. Это первый такой храм в регионе и штучный для России, созданный в византийском стиле, по аналогу храма Иоанна Кронштадтского в Петербурге. Закончены основные строительные работы, осталось смонтировать главу, барабан, и в июле начать установку центрального купола. Но для этого нужен кран грузоподъемностью 100 тонн, загвоздка в деньгах. За дневную аренду единственного в области подобного крана его владельцы требуют 1 000 000 рублей. Никакие благотворительные сборы и пожертвования не смогут осилить такую тяжбу. Священнослужители уповают на помощь властей, а прихожане верят, что их мольбы, вознесенные в день святого всероссийского пастыря, обязательно будут услышаны.